проектов было выбито днище для подачи бумаги. И еще некоторые мелкие дефекты, которые не буду описывать. Сейчас аппарат полностью рабочий, только в нем мало тонера. Сейчас я попробую вам продемонстрировать его работу. К слову, аппарат фирмы Brazze, модель HL2030R. Нажимаю печать. Принтер начинает работать, забирает листок. Как видите, он напечатал текст. Немножко помял лист, но это ничего. В нем осталось заменить картридж, и будет полноценный офисный аппарат. К слову, компьютер, который под ним, на базе 486, на котором почему-то написано 466DX2, тоже оттуда. Ну все, я заканчиваю свой обзор. Спасибо вам за внимание. До свидания, дорогие друзья. Подписывайтесь. Ставьте лайк, если хотите.